честь крестителя Руси. Первый локомотив, сошедший с конвейера нового энгельского завода, получил название «Князь Владимир». Перевозчики всех уровней, объединяйтесь. В области создадут единую базу водителей пассажирского транспорта. Джинсовая ткань как краска для полотен. Саратовская художница создает картины по необычной технологии. Об этом и не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.